Программу защиты от депортации детей мигрантов, прибывших в Соединенные Штаты несовершеннолетними, временно возобновят. Такое предписание для администрации президента США Дональда Трампа вынес федеральный суд в Сан-Франциско. Об этом сообщило агентство Рейтер. Согласно постановлению суда, программа ДАКА должна оставаться в силе до окончания процесса по этому делу. Таким образом, все ее условия остаются прежними, но администрация Белого дома имеет право не принимать на рассмотрение новые заявки от лиц, которые до этого никогда в ней не участвовали. Напомню, в прошлом году Трамп отменил программу, предусматривающую процедуру постепенной легализации в стране детей-нелегалов, которую в 2012 году принял его предшественник Барак Обама. Нынешний глава государства поручил Конгрессу в течение полугода принять соответствующий закон.